Привет, ребятушки. Вот, посмотрите, как рядом с зубцами. Сейчас наведу хорошо. Торчит и труборосту, да, видите? Посмотрите, сейчас подождите, я лучше с лучшего ракурса вам покажу. Сейчас я сделаю так, чтобы вам видно было и скобы наверху на самом, и саму башню. Посмотрите, тут наши окошечки, да, вот это вот тоже вот как бы вогнутые арки, да, видите? Блин, у меня явно будет сейчас это... Крампи, как они по-русски, господи, судороги. Вот опять смотрите, когда я вам говорю, что арки всегда разные. Посмотрите, здесь какие узкие, да? Видите, узкие, немножко такие капсуловидные. Вот, а тут уже идут покруглее, а здесь совсем круглые, да? А здесь опять вот такие круглые, но узкие. Видите, постоянно разные, никакого фрактала не соблюдается, ребятушки. Тут у нас складочка хорошенькая. А тут не очень. Сейчас я сделаю так, чтобы видно было вам труб роста. Вот. И посмотрите, скобы на самом верху. А? Смотрите. Может быть, скобы это те штуки, которые потом делают... Отверстия вот эти продолговатые, не знаю, но хотя, с другой стороны, кстати, какая сложная арка, да, кстати, две узкие арки, да, вот эти вот, и вот такая, даже не арки, а отверстия два узких, да, вот, ну и тут идет тоже вот зачем на башне, вот все в отверстиях, все в отверстиях, до верху и даже на зубцах, на каждом зубце по квадратному отверстию. Знаете? Смотрите. И там еще и волна идет, да, видите, наша вот с кирпича. Зачем нужно было так извращаться? Чтобы еще и наверху волну вот сделать. Вот. Так, кез за 12 века, ребятушки. Только я не понимаю, кто может. Так, сейчас прочитаем. Скорее всего, только с гринпасом нужно. Сёны перикон. Так, ну, наверное, я не могу в эту в року зайти. У меня нет документов, скорее всего. Давайте посмотрим на эти кирпичи. Смотрите, они все, посмотрите, это не раствор, а это... Ветушки, он шевелится, его вообще не поднять. Его даже не приподнять. Просто... Ой-ой-ой, как он... Ребята, он килограмм 20 весит точно, блин. Я не знаю, он вообще неподъемный кирпич, понимаете? Вот и объясните, как вот такое построить с таким неподъемным кирпичом, понимаете? Как вот вообще можно? Вы посмотрите, какой, да? Посмотрите. Просто... Да современные рабочие не смогут это строить, понимаете? Вот такой вот огромнейший кирпич, вот эта прокладка, это наша корка. Вот. Которая, как я вам говорю, потом исчезает. Должно... Ну, потому что, судя по тому, что мы видим, в некоторых местах она ее нету, поэтому она исчезает. Видите, тут такая наша опять юбочка, да, как обычно. Вот. Стена вглубь. Ну, естественно, там внутри понятно, что идут все внутрь, это понятно даже, даже у меня вообще не возникает вопросов, и мне не хочется даже смотреть, то есть, если бы был бы какой-то там, когда есть вот эта возможность подземелья идти, я иду для вас, для того, чтобы вам показать, но мне все понятно, что там идет тоже все, вот опять же ширма, там идет, да и вот, господи, подземелье Торино уже нам доказали это. То есть все, что наверху, идет внизу. Вот. Ну точно, там туда не пройти. Только с гринпасиком. Поэтому он сейчас будет радостный, что я не зайду, а он снимет. Ну, конечно. Вот хочу вам показать трубы роста. Посмотрите. Посмотрите трубы роста. Посмотрите. Видите? Видите, прямо... конкретно на доме стоят, да? То есть они здесь вообще не нужны, видите, да? Это не зубцы, ничего. Пожалуйста.
Вот. Прикиньте, если я у них спрошу, нужен там этот, они там офигеют. Просто офигеют, ребята. Посмотрите, опять наша эта дырка. Обычно такие вот рупоры эти неправильной формы. На каждой этой, видите, по квадратной дырочке, а здесь даже две, кстати. Вот вросшая эта. Шелей Сотто. Кома ке посо припрендерла, скузами. Че, се io sono là? Че. Видите, вот, смотрите, видите, вот это вот продолговатое? Вот случайно не бывшие ли это скобы? Посмотрите, да? Посмотрите, вот просто дырка, да, продолговатая. А может быть, здесь была скоба на месте этой. И вот там скоба есть еще пока, видите, длинная. И может быть, потом это будет длинное продолговатое отверстие, понимаете? Если не упасть бы. Видите, посмотрите. А? Когда она исчезнет, уйдет в свое другое пространство. Вот. Смотри. Нужно, наверное, билет или что? Билет? Подождите, что? Билетерия, ингресс рока, билетерия. То есть нужно платить. Вот. Ну, естественно, показывать. Посмотрите здесь, на таком домике маленьком, посмотрите, две. Да, и опять наши крыши вот такие неправильные, видите, да? Ну что, я туда зайти не могу, но я сейчас сниму вам. Смотрите, какая арка, да, здесь тоже. Это не то, что, ребята, арка, уходящая вниз. Нет. По моим теориям это не так, но я не буду настаивать. Я не буду настаивать. А, 7 минут, слава богу. Я думал, 17 минут, ребята. 17 минут пока мне много очень. Видите, какая она плоская. Посмотрите здесь. Посмотрите. Абсолютно плоско, видите? Хочу соло дентро, все. Мое, ну что, гринпас? Секунду, мое, но механ не трогай. Я хочу кви. Билеты есть? Давай, посмотри, сколько дырок есть. Прыгай. О, prendo in alto. Potete tranquillamente passare. Ребятушки, пусть они сейчас пройдут. Я хочу вам показать, сколько дырок наверху. Знаете, и наши окошки эти, да, вовнутрь, да? Люди вообще офигительные. Боятся мимо тебя пройти, понимаете, просто. Это вообще удивительно. Так, сейчас я выгоню Доминику и вот стану здесь. Посмотрите, здесь много дырок, конечно, потому что она дышит. Вот. Си, кедисы, чего ли, но, Квесто? О, леджи. Ну, честно говоря, что идти, в общем-то, наверх ради шорца я могла бы, конечно. Но хрен с ним, знаете. Нет, так нет, господи. Как бы, но нет и сюда нет.
А, ну можно. Смотрите, 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 смотрите. Три дырки рядом с этим. Видите? Okay. Ma me, vabbè, me indifferente, vai. Tanto io sto lavorando lo stesso. Заснимо, посмотрите, посмотрите, как здесь видно, корка, видите? Посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Видите? Глядите, да? Корочка, видите? Покажу вам пол здесь, посмотрите, пол. И посмотрите, наша решетка. Видите? Знаете, когда надо, все четко, как сказать, форма. И тут опять наши вот вверху с той стороны и с этой стороны вот эти скобы, видите? Вот. Ну сейчас я сделаю, ну что-то, знаете, делать шорт здесь, поэтому как бы все равно не наберут потом. Или будут критиковать там, блин, опять, что я ерунду сняла. Видите, вот наши трубы, кстати. Видите? И опять вот постоянно вот это вот, кстати, там такая маленькая, чтобы, так, чтобы образовать маленькую дырочку, видите, да? Сзади, посмотрите, что, да, вот. Вообще. Так, и тут вот тоже вот непонятно что, да, вот идет полоса для чего, да, что он тут такое творит, да, вот тоже. И там посмотрите, как типа кусок скобы, сейчас покажу вам. Видите, вот тут. Короче, ладно. Теперь поскакал. Умоляюсь. Что мне еще здесь можно снять? Пока я сейчас выключу, я хочу перейти вот тут, видите, через этот и встать вот там. Вот, посмотрите, какие скобы, да, все эти жирные. Жирные просто. Жирнющие. Вот, ну ладно, ребятушки, видите, вот просто вот чисто завязка на трубы, видите? Вот. И чипка сидит. Ну ладно, все, выключаю, потому что будет потом это длинное видео. Пока-пока.